фирме «Флэш» исполняется 10 лет. 10 лет настойчивости, упорства, труда. Сейчас уже по праву можно гордиться достигнутым и ничуть не сомневаться в надежном будущем. Сегодня праздник, сегодня юбилей. Добрый вечер, дорогие друзья. Как приятно видеть вас всех в этом зале. Вот такой приятный, дружный коллектив, который сегодня собрался на такой прекрасный праздник. Большими буквами написано «10 лет». Это не просто так. Это большой отрезок жизни. Это трудовые свершения, которые вашими руками достигнуты. Это также приятные коллеги, приятные встречи. Это 10 лет. 10 лет вашей жизни. И вот сейчас встречайте дружными аплодисментами главного участника нашего праздника, наверное, без которого сегодня этот праздник не состоялся. Директора мебельного центра «Флэш» Дарменов Хаймет Кайсарович. Дружные аплодисменты, пожалуйста. Я хочу вас поздравить с сегодняшним праздником нашим, общим, семейным. Пожелать вам самого-самого наилучшего. Счастья, здоровья, семейного благополучия. Я вас люблю. Действительно, мы вас всех любим, всех ценим. И, так сказать, поздравляем от всей души, желаем исполнения всего самого наилучшего в жизни, что связано, думаю, будет с «Флэшем». И в первую очередь это «Флэш». Это, как говорится, наша маленькая вспышка, которая будет гореть, думаю, всегда. Я прошу выпить за «Флэш». Спасибо большое. «Мой дом – моя крепость», – утверждают англичане. И они правы. Мебель, которую предлагает своим покупателям фирма «Флэш», превращает наши дома в островки комфорта и уюта, которые смогут защитить от всех житейских передряг. И неудивительно, что люди, дарящие нам эту радость, считают себя одной большой семьей. И «Флэш» – их общий дом. Очень здорово то, что нам на протяжении всего этого времени приходилось сталкиваться с очень, в большинстве своем, с очень хорошими, порядочными, талантливыми, работоспособными людьми.
И я счастлив, что мне сейчас приходится работать бок о бок именно с такими людьми. И я хотел бы поздравить всех вас с этим праздником и пожелать вам крепкого здоровья, вдохновения. И хотел бы выразить надежду, что мы сможем еще долгие годы вместе, плечо к плечу, работать и сможем сделать такие вещи, которые сейчас можно только в самых смелых мечтах вообразить себе. Поздравляю вас! Здоровья вам! Будьте счастливы! На день рождения принято дарить подарки. А поскольку сегодня именинниками являются все, то и подарков немереное количество. Ведь забыть никого нельзя. Все нужны, все незаменимы. Благодаря общей работе стала возможной эта яркая вспышка «Флэш». Но как же все-таки определить, кто из именинников сегодня самый-самый? Уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на вручении премии «Человек десятилетия». В номинации «Самый творческий человек десятилетия» победил Асхат Арменов! Столько эмоций, я первый раз в жизни выступаю перед таким коллективом. Вообще я болтун хороший, но сейчас волнуюсь, может танцевать вам что-то. Потом, танец лауреатов потом. Да. Ну, в общем, я что хочу сказать. Не волнуйся, 100 лет еще впереди, 100 лет минимум, 100 лет работы. Спасибо. Судя по молодым... Фирма «Флэш» — это вообще уже не «Флэш-фирма», а просто семья, да? Я думаю, все согласны со мной, что... И вот в 92-м году, когда мы четверо образовали эту фирму, никто не думал, что что-то получится у нас так. Каждый просто любил ее. Каждый вот распределились. Володя сказал, давайте, ты то, ты то, ты то. Она меня посмотрела, а ты то. В общем, мне тоже какую-то роль выделили. Так, это коммерческая тайна. Да. Ну, души хранить, это души фирмы «Флэш» хранить мне доверили. Да, в сейфе. И, в общем, я забыл, что говорил. Ну, мы собрались и сделали как бы фундамент, да? Вот за эти 10 лет мы сделали фундамент. Теперь такой коллектив, в общем-то, самое тяжелое уже позади. Вот как бы, ну, фундамент, это все мы строили, и, в общем, уже что-то видно. Теперь... Вы должны это дело, как бы стены и крышу, все это построить. Это уже на ваших плечах. Потому что следующее десятилетие, 20, 30 лет, не знаю, сколько фирм просуществует, это творческое уже будет дело. Уже будете вы творить, мы будем просто на вас смотреть и, ну, наблюдать, вы будете созерцать, а мы будем этим пользоваться. Вместе с вами, конечно. Да, я думаю, что есть довольные на фирме, есть недовольные, как всякая семья. Жена недовольна, муж довольный, в общем. Да, да, есть дети. Это дети, это наше уже, в общем, что-то созданное. Сейчас мы уже создаем магазины там, в общем, это... В общем, все это рад. Я со стороны на это все смотрю, но разве мы могли когда-то думать, когда мы жили все в общежитии, Володя, я и Хамид жили в вот этом общежитии Мельника 53/55, мы оттуда спускались вниз, работали, вечером поднимались и, в общем, создали что-то. Благодаря нам, в общем, и благодаря вам такой коллектив... Я могу говорить долго и долго.
Наверное, никто не слышал, как Асхат так долго говорит. Так, на чем я остановился? В общем, нам надо построить дом престарелых. И всем через 20 лет въехать туда, Хамид будет делать плов. Да, и будем жить. Ну, сам я какую-то мысль, я хотел сказать, забыл. А? Нет, еда уже прошла, выпивка была. В общем, любите нашу фирму, как мы когда-то начинали любить. Потому что у нас, у четверых, если честно, нет ничего дороже, кроме семья, дети – это одно. Но каждый не дает себе отчет, как мы любим фирму. Мы ругаемся, кричим, но на фирму мы приходим, и все. Мы там растворяемся. Вы это все видите, знаете, да. Поэтому я вас люблю, и вы меня любите тоже. Спасибо, Асхат. Спасибо. Ты человек десятилетия. Держи крепко этот переходящий вымпел. А, Вероника, прошу. Асхат. Это его поздравляет его любимая жена. И Вероника скажет ему пару добрых слов. Желаем счастья и добра, поменьше горя и печали. Чтоб больше было светлых дней, а хмурые не посещали. Хотим вам пожелать удачи, успешных и ярких дел, чтоб вы с улыбкой, не иначе, встречали каждый новый день. Поздравляю вас, успехов всем! Итак, вторая номинация. Самый человечный человек десятилетия. Номинации «Самый человечный человек десятилетия» победил... Валерий Никифоров. Вручайся, Луи. Я счастлив, что рядом со мной находятся люди с таким прекрасным чувством юмора. Это просто великолепно. Это все серьезно. Это все воспринимайте серьезно. Благодаря нашим руководителям лодка превратилась в огромный корабль, в котором работает наша большая команда. Этот корабль прошел все бури, все невзгоды. Я хочу пожелать, чтобы наш корабль, наша команда, наши руководители по-прежнему плыли в нужном направлении, чтобы нам светила всегда путеводная звезда яркая. Итак, в номинации «Крестный отец десятилетия» победил Хамид Арменов! Нормально. Желает коллектив коллег прожить на свете целый век, чтоб щедрость с вами жизнь была и вам подарок принесла весенних ветров. Сладких грез, любви не в шутку, а всерьез, удач которых и не счесть, все остальное у вас есть. Коротко и понятно. Следующая номинация – ударник производства десятилетия. Девиз настоящего ударника – «Делу время!» А рыбалке час. Или два. Охоте. Итак, быстрее скрывай. Ударник. В номинации «Ударник производства десятилетия» победил... Сабит Дудович! Любви, здоровья, благополучия! Ой.
спасибо вам. Объявляется номинация «Суперпрофессионал десятилетия». Эта номинация, пожалуй, самая сложная. Итак, покажи пальцем, где мне. Итак, в номинации «Суперпрофессионал десятилетия» победил любимый, неповторимый Владимир Рак! Родной мой, прекрасное деловое твое качество гипотетически сохраняется с твоими деловыми чертами. Поэтому в этот юбилей я желаю тебе огромного здоровья, счастливых мгновений, огромнейших достижений. С нами, конечно, с нами. Только с вами. Только с нами, степ-а-степ, как говорят. Всем вам желаю такого же стремительного роста популярности. Поздравляю всех вас, ребята! Спасибо. Всем вам удачи. Почему и как? Спасибо, Володь. Отдельного внимания заслуживает номинация «Хранитель истоков мебельного бизнеса». Итак, в номинации «Хранитель истока мебельного бизнеса» победил Еркен Дарменов. Я растерялась. Спасибо. Значит, я хочу всех поздравить с этой замечательной датой для нашей фирмы и пожелать всем здоровья, счастья, любви и благополучия. Я думаю, мы будем с вами долго и плодотворно работать вместе. Большое спасибо нашим директорам. Это, если так охарактеризовать в двух словах, каждого, у каждого есть свое направление и свой вектор в работе. Но суммарный вектор – это могучий, мощный кулак, благодаря которому мы пробьем все трудности, и этот кулак сплачивает нас. Мы вас всех любим. Спасибо. Спасибо большое. За стойкость, за достаток сил, за волю к победе, за мужество противостоять любым неудачам, за наличие всех вышеперечисленных качеств, находящих сюда номинантов, а также скромность, сдержанность и особенное долготерпение, специальным призом награждается... Александр! Спасибо! Спасибо всем!
Праздник продолжается. Позади первое десятилетие, которое принесло знания, опыт и научило настойчивости. А впереди долгая дорога, освещаемая вспышкой флэш.